Елена Николаевна, я признаю вас нетрудоспособной и хочу вам открыть электронный больничный лист. Как вы на это смотрите? Я не против. Хорошо. Сейчас мы распечатаем. Так, надо проверить место работы. Все правильно. Сейчас согласие вам дам подписать. Это однократно, и в следующий раз уже можно будет его не подписывать. Листки нетрудоспособности во всех медучреждениях Брянска можно по-прежнему получить в привычном бумажном виде. Но электронный больничный имеет свои преимущества. Это очень удобно для нас, как врачей. Мы все в кабинете делаем. Меньше бумажной волокиты при оформлении документов. Пациенты не ходят у нас по этажам, не бегают, не возвращаются на подпись бумажного электронного листа. То есть это намного проще, удобнее нам в оформлении и пациентам потом при получении оплаты этого листа. Кроме того, электронные листы нетрудоспособности защищены от фальсификаций. Каждый врач имеет свою цифровую подпись. Передача необходимых работодателю сведений осуществляется по защищенным каналам связи. От выздоровевшего сотрудника на работе попросят лишь номер электронного больничного, который выдал врач. Вот здесь информация по поводу вашего электронного больничного листа. Работодателю после отдадите. И здесь информация можно проконтролировать на госуслугах о начислениях вашей оплаты больничного листа. Хорошо. На сегодняшний день в Брянске выдано уже 1032 электронных бюллетеня. Пока не все организации включены в систему подобного взаимодействия, но их список постоянно увеличивается. Когда сотрудник приносит нам номер электронного больничного листа, мы скачиваем оригинал больничного листа с сайта Фонда социального страхования. Автоматически этот файл загружается в нашу программу, и все данные отображаются. Вручную мы вносим только трудовой стаж. А когда сотрудники приносят бумажные больничные листы, мы все должны внести вручную. Электронный лист нетрудоспособности – лишь один из винтиков системы по внедрению информационных технологий в медицине. Цель любого из подобных нововведений – уделять больше времени не бумажкам, а пациентам. Ольга Ловина, Игорь Винничук, события Брянск.